Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите дайджест видеоновостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Топ-менеджмент российских представительств компаний Dassault Systems и IGA Technologies обсудили технологическое сотрудничество ЗАО «Струнные технологии». Мы продолжаем рассказывать о людях, которые работают в проектной организации Skyway ЗАО «Струнные технологии». Сегодня мы расскажем о тех, кто занимается одним из важнейших направлений – предпроектной проработкой. 10 ноября в Москве прошла конференция компании Skyway Capital. Расскажем о том, чем мероприятие запомнилось гостям и организаторам. Делегация Skyway Capital посетила крупнейший город Нигерии Лагос и провела переговоры о сотрудничестве в транспортной сфере с местным и федеральным правительством. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. В ноябре прошла встреча топ-менеджмента российских представительств компаний Dassault Systems и IGA Technologies с экспертами ЗАО «Струнные технологии». В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества с компаниями-поставщиками технологий индустрии 4.0, в том числе в рамках ближневосточных проектов. IGA Technologies – российская IT-компания, предоставляющая профессиональные консалтинговые и сервисные услуги на рынке решений управления жизненным циклом изделия. Ее ключевой партнер – мировой лидер PLM-индустрии – компания Dassault Systems. Совместно с IGA Technologies и Dassault Systems ЗАО «Струнные технологии» интегрируют в работу компании инновационные технологии с целью содействия процессам модернизации и технического перевооружения предприятия, повышения качества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технологической подготовки производства и других критически важных этапов жизненного цикла такого наукоемкого изделия, как струнный транспорт. Познакомиться с деталями технологического партнерства компании вы можете на нашем сайте. Мы продолжаем рассказывать о людях, которые работают в проектной организации Skyway ЗАО «Струнные технологии». Сегодня мы расскажем о бывшем начальнике отдела адресных проектов, а теперь руководителе управления развития бизнеса Кирилле Бадулине. С 1 октября Кирилл Бадулин возглавляет новое управление развитием бизнеса, которое состоит из трех направлений – отдела адресных проектов, группы стратегического развития и группы перспективных направлений. Отдел адресных проектов занимается предварительной оценкой потенциальных проектов. По словам Кирилла Бадулина, это подразделение, которое находится на переднем краю взаимодействия с потенциальными заказчиками. Все письма и заявки с предложением или запросом попадают в отдел адресных проектов, где проводится их предварительная оценка. Узнать о других особенностях работы отдела адресных проектов, а также о том, чем привлекла Кирилла работа в Skyway, вы можете на нашем сайте. 10 ноября в Москве прошла конференция компании Skyway Capital. В мероприятии приняли участие около сотни человек из разных городов России. В первой части конференции спикер компании Максим Ведро провел презентацию технологии Skyway, а также выступил модератором брифинга по вопросам развития группы компаний Skyway. Вторая часть мероприятия была посвящена обучению партнеров компании новым инструментам ведения бизнеса и развития партнерской структуры. Мы благодарим организаторов конференции и всех участников, которые смогли найти время посетить мероприятие. Следующая встреча в Москве пройдет 17 ноября в гостинице «Татьяна» в зале «Анна» на втором этаже в 12:00. Более подробную информацию вы найдете в личном кабинете Skyway Capital. Посмотреть фотоотчет с прошедшего мероприятия и узнать о других деталях конференции вы сможете на нашем сайте. Делегация Skyway Capital посетила крупнейший город Нигерии Лагос и провела там переговоры о сотрудничестве в транспортной сфере с местным и федеральным правительством. Нигерия – один из крупных экспортеров углеводородов в мире. Она занимает 8-е место в мире и 1-е в Африке по экспорту нефти. Также страна находится в числе лидеров по экспорту сжиженного природного газа. Не так давно Нигерия вырвалась в лидеры по валовому внутреннему продукту среди африканских стран, опередив ЮАР. В рамках проведенных в Лагосе встреч представители Skyway рассказали о преимуществах струнных транспортных систем и возможностях, которые они предоставляют, а также отметили, что проект готов к реализации и открыт для сотрудничества. В качестве возможного маршрута струнного транспорта была названа дорога, соединяющая крупнейший город Нигерии Лагос со столицей страны Абуджей. С другими подробностями потенциального партнерства вы можете познакомиться на нашем сайте.
Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.